На прослушиваниях он удивил судей уникальным народным исполнением. История Сардора Солиева на ваших экранах. Вообще, я всегда очень уважаю народное творчество, тем более, когда молодые ребята обладают таким талантом играть на своих национальных инструментах, поддерживать свою культуру. Это зацепило членов жюри, поэтому он здесь, в полуфинале. Будем надеяться, что он может нас еще удивить. Я держал участие в проекте втайне от близких. Хотел, чтобы они увидели меня уже по телевизору. После эфира мои родители позвонили, чтобы поздравить. Они были удивлены и очень рады за меня. На прослушивании я пел и играл на танбуре, так как того требовала сама песня. На полуфинале я хочу показать другой образ и сольное выступление. В прошлый раз я исполнил композицию в стиле шашмакома, а в полуфинале я буду петь в бухарском стиле мавриги. У многих народных эстрадных артистов есть свой стиль и образ. Я хочу выступить со своим стилем. Мой сценический пиджак вручную шила для меня моя любимая жена. В выходные дни, когда у меня нет мероприятий, я со своими сыновьями объявляю мужской день. В этот день мы стараемся угодить женской половине нашей семьи и готовим вкусную еду. Я живу и дышу искусством, и надеюсь, что и мои дети пойдут по моим стопам. Конечно, у всех есть мечта, и у меня тоже. Некоторые хотят машину, кто-то квартиру, а я хочу, чтобы меня узнал и услышал весь мир. После того, как я стану знаменитым, и машина появится, и квартира. Приветствую всех участников проекта Central Asia's Got Talent. Мы очень рады, что Сардорбек Сулиев стал полуфиналистом шоу и хотим пожелать ему удачи. Таджикистан, вперед! Пожелание моих коллег вдохновляет меня на успех. Я очень рад, спасибо. Это большая ответственность, потому что я представляю национальное искусство своей страны. Он обещает проявить всю красоту своей национальной культуры и показать все свои возможности в одном выступлении. Встречайте, Сардор Солиев! چشمانم گریا جان تو را رنجاندم ناامید کردم گناهم گذر جانانم رنجیده ای رنجیده ای از من گناه چی دیده ای گویا سرم پوریده ای از من چرا رنجیده ای از من چرا رنجیده ای چشمش خمارکی من بیشین کنارکی من هی گلزارکی من شیرین یارکی من ها شیرین یارکی من زلفانی سیاوا میکنی گل مرا مجنون و شیدا میکنی گل نمی ترسی زی فردای قیامت نمی ترسی زی فردای قیامت که می سوزم تماشا میکنی گل می سوزم تماشا میکنی گل گلی من های گلی من های گلی من گلی من های گلی من های گلی من در شهری بخارا منزل من در شهری شریف است منزل من ای وای کشم نقش همی نبرویت گل بسازم حلقه هر دو دستی خود را و گردی قامت ای به جویش گل ناز نازی ناز گلی من دختری باباش گلی من دختری بی بیش گلی من دختری ننش گلی من دختری ددش گلی من ناز گلی ناز گلی ناز گلی من نازنین دلبر خوش دلی من ناز ناز کرش من دلو
dilim shut kashma kashma dilim shut kashma kashma dilim voy 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 Вы довольны выступлением? Бале. Мне понравилось мое выступление, и спасибо огромное за гостеприимство. И я счастлив выступать сегодня здесь, на этой сцене. Нурлан, как вам выступление? Номер сам по себе очень шикарный. Было бы, конечно, еще бы оно фееричнее, если бы сзади вы заполняли бы живые музыканты. Я думаю, он мог бы больше бы раскрыться как вокалист, если бы вот это шоу бы было бы вокруг него. В смысле, он мог бы раскрыться. Он чуть-чуть был сдержан. Все равно он как бы был статичен. А на самом деле он должен был просто вот здесь вот прямо петь так, чтобы у нас прямо... Это как мантра, понимаешь? Она вот просто заходит. Мне кажется, ее можно петь там полчаса, час, да без остановки. Да. Правда? Да. Вот, я просто получил огромное наслаждение, конечно. Спасибо, дорогой. Всякое дело. Я немножко не соглашусь с Нурланом Абдуллиным сегодня. Может быть, как раз акцент Сардора на нем самом более правильное решение. Ничто не отвлекало сегодня от него самого как артиста. Мы, Сардор, танцевали вместе с вами, и я уверен, что это делали и в Таджикистане, и в Узбекистане, и в Казахстане, и в Азербайджане, и в Кыргызстане тоже. Браво! Это было очень зажигательно и в то же время с таким большим достоинством. Браво! Шакуризи. А я вот соглашусь с Нурланом Абдуллиным. На самом деле, все знают, что я родом из Бухары. Из Узбекистана, города Бухары. И Сардор исполнил наши народные песни города Бухары. И эти песни с подтанцовкой, они очень красивые. Конечно. На самом деле, чуть-чуть не хватило вот этого шоу, праздника. Хотелось бы, чтобы вот... Вообще, песня в исполнении Сардора звучала очень красиво. Спасибо вам большое за то, что вы меня вернули на несколько минут в мой родной город, в мою родную Бухару. Я еле как сидела. Шикарный номер. У вас очень красивый голос. Спасибо вам большое. Спасибо, Сардор. Удачи. Очарование Альбени. Это несравненный вкус. Уникальная гармония шоколада, печенья и карамели. Очарование Альбени в его неповторимом вкусе. Альбени.